бросили серебро. Молодец, да. Просто молодец, да. Ну, начнем. Хотите, дышите. Хотите, как хотите. Но удовольствие получать должны сейчас. Давайте вместе смотреть, болеть Вика Листунова. Смена музыкального сопровождения. Стоим, стоим, молодец. Ну-ну-ну-ну-ну, молодец, довернула. Молодец, Виктория, умница. Выдергивали маты, и, к сожалению, она довольно большой шаг сделала в сторону. Молодец. Виктория, так ты молодец, ты как была. Супер гимнастка, так ею остаешься. И, ну, ничего, что сегодня не все получилось. Не получилось только по отношению к ее уровню. Она не может согласиться без медальным своим выступлением. Она высококлассная гимнастка, вот так я скажу. Да, в общем-то, на прошлых чемпионатах и России, и Кубке России она выходила и боролась только сама с собой, как будто да, бы. Да. Ну вот и Ольга Петрович, это ее родной тренер. Конечно, они в дуэте в этом так много сделали, так далеко шагнули, и сила в том, что они рядом. Вика очень сильно прибавила да. после Олимпиады, имеется в виду в мастерстве. И не остановилась, а прибавила тут самое правильное твое. Ты вспомнил и добавил это замечание. Если бы она притормозила, это она не имеет такого права, каким располагает Мельникова. Понимаешь, вот ей, чтобы жить, как говорится, надо вертеться, надо еще больше и больше. Кира Магаревич, Республика Беларусь. Вот это сила воли, конечно. Но ты знаешь еще в чем хорошо, Мин, что она первая и сделала достойное упражнение, чтобы не было вот этого.